сейчас будет что-то, новая система. Короче, ветка висит у нас очень далеко над соседским участком. Здесь у нас крыши. А спустить нам нужно ее вон в тот двор. То есть вот буквально за спину, да? Замутили что? То есть здесь точка, которая спустит уже вниз. Эта точка пристегнута через ролик. Ролик вон там. Он закреплен вот этой веревкой. А вот сюда, к спусковому устройству. Дальше, веревка, которая будет держать непосредственно саму ветку, она еще пристегнута здесь. Для того, чтобы когда ветка упадет, она не полетела сильно маятником вниз, ну, на крышу. Вот, такая система. Сейчас попробуем. Ну, поехали. Итак, ветка повисла. Первую снимаем с восьмерки. Ветка уходит в сторону. Эй, работает. Яна, подтяни. Яна снизу поднимает. Теперь второе спусковое. Убираем нагрузку вот с того ролика. И ролик уходит туда. Такие чудеса. Спускай. Такая вот штука, арбористика. Кому надо пилить сложные деревья, обращайтесь.